вас вопрос был, да? НТВ. Президент Ельцин is doing in the limit of his legal possibilities. From the legal point of view, it is the Russian part of the territory. So from this point of view, he is in his rights. As you can jump out of the window and also be in your rights. You are not breaking the law by doing it. But is it sensible? Все остальное – это не моя компетенция. Вывести войска и дать возможность чеченцам самим решать свои проблемы. На мой взгляд, может быть, дилетантский, в этом нет никаких проблем. Никаких. Вывести войска и пусть решают свои проблемы. В том числе не надо никаких там переговоров, никаких ультиматумов, там, обязательных условий или переговоров. За рубежом начинает рассматриваться попытка придать событиям в Чечне международный характер, интернационализировать эту сугубо внутрироссийскую проблему. Оружие расползлось по всей республике, и сколько неконтролируемых вооруженных формирований, группировок и банд существует в Чечне, мне думается, даже в общем и ФСК в полном объеме не знает. Ну, если быть совершенно откровенным, вояние... Такие действия предпринимаются совершенно нелогичные, неразумные и неадекватные, как будто кто-то стремится вызвать на Кавказе новую Кавказскую войну. Вот. И я, откровенно говоря, не перестаю удивляться вот этим действиям. В частности, вы знаете, одно из положений моего меморандума, почему не должна быть и не будет Кавказской войны, а в силу того, что сам Дудаев отнюдь непопулярное лицо в Чеченской республике и на Кавказе, и, естественно, не мог объединить и не мог быть центром притяжения для того, чтобы возникла вот такая Кавказская война. Спасибо за приглашение. Должен сказать, что я не только протестую против такого хода развития, но и выражаю просто недоумение по поводу вот таких неразумных действий. И сейчас, по вашему мнению, Дудаев